Эта чашка позволит вам с радостью коротать вечера, сидя у окна, попивая любимый напиток. Hi guys, the fans of Eurovision, привет подписчики! Как я вам обещал во вчерашнем видео, сегодня на моем канале неплановое видео на тему Евровидения 2017. Ну а вообще, у меня выходит видео на тему конкурса 3 раза в неделю, каждый понедельник, среду и пятницу. Сегодня я хочу с вами поделиться новым сувениром конкурсу «Чашка» с символикой Евровидения 2017. Чашка синего цвета. На лицевой стороне один из шаров из символики Евровидения 2017. А как мы знаем, каждый шар в логотипе уникален, как и страна, и ее представитель. Если мы опустимся чуть ниже, здесь мы видим логотип конкурса Евровидения. Также официальный слоган и «Киев 2017», а также флаг страны, хозяйки этого года. На правом боку разместилась наклейка, которая свидетельствует, что данная атрибутика является лицензионной. Внизу чашки размещался штрих-код, который я убрал. Эта чашка позволит вам с радостью коротать вечера, сидя у окна, попивая любимый напиток, а также читать любимую литературу и наслаждаться символикой Евровидения 2017. Приобрести эту чашку в Киеве вы можете в сети супермаркетов «Новус», которые расположены во всех районах города Киева. Если же вы живете не в Киеве, вы можете воспользоваться украинским интернет-магазином и заказать эту чашку там. Если же вы живете даже не в Украине, а за ее пределами, воспользуйтесь официальным сайтом www.eurovision.shop.com. Там эта чашка также есть в наличии, правда цена слегка выше, чем в украинских интернет-магазинах. Плюс там придется доплатить за доставку в районе 7,5 евро. Попивая недавно заваренный чай, хочу анонсировать новое видео, которое выйдет уже в эту пятницу. Дело в том, что я уже на протяжении нескольких дней путешествую по Киеву и собираю различную информацию для грядущего видео. Видео, которое выйдет в пятницу, будет масштабным. В нем я совмещу очень много эксклюзивных кадров, которые я наснимал в Киеве. Я вам гарантирую, что подобного вы не найдете ни на одном канале на YouTube. Ребята, как я вам говорил в начале, это видео экстренное, поэтому оно не будет отличаться особым хронометражом. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Посмотреть предыдущее видео, где я распаковывал фирменную футболку Евровидения, а также по ссылку с официального сайта www.eurovision.shop.com, плакат с символикой конкурса, вы можете, пройдя в описании под этим видео. Также там вы найдете ссылочку, по которой вы сможете посмотреть мою версию строительства сцены Евровидения 2017 в МВС. Множество всего интересного вы найдете на моем канале, а также много интересного будет чуть позже. Напомню, что новые видео на моем канале выходят 3 раза в неделю, каждый понедельник, среду и пятницу, а в мае видео будет выходить каждый день. У меня есть билеты на сам конкурс, так что много эксклюзивного материала на моем канале. До скорых встреч уже завтра. Большое спасибо за просмотр. Пока-пока.